Телевидение должно быть конфессиональным. Мусульмане России считают необходимым выделить 15% эфирного времени общественного телевидения для передач исламской тематики. Цифра не случайна. 15% россиян – мусульмане, а их интересы не учитываются. С этим мнением согласны и представители Ивановской мусульманской общины. По их мнению, современные телевизионные программы не несут просветительской нагрузки. Передачи для и о мусульманах были бы о семейных устоях, борьбе с пьянством и наркоманией, о взаимопонимании и сотрудничестве разных национальностей. К тому же они помогли бы аудитории понять, что мусульманство и терроризм – это не синонимы. На сегодняшний день телевидение вообще однобоко, кажется, отражает жизнь российских граждан. Почему? Потому что мы, мусульмане, тоже российские граждане. К сожалению, в средствах массовой информации очень мало позитива, негатив очень много, я слышу.